По подсвету подошкой не делозил, не попадал к мусорам, бы бойся точками вместо зрачков по сакет 228, так что не могу похвастаться, мол, колодцы бросил. И это еще пользует ты, что я не ставился делом. В моей биографии полно других подобных пробелов. В школе я не был самым сильным и смелым, меня чмырили хулиганы за мягкие нравы, хилое тело. Они же списывали у меня потом контрошки, ведь я был еще и отличник, мало того, что чмошник. Маленькой куклой голодейки перед планы мести, я знал, когда мы вылезем, каждый будет на своем месте. Мой юный друг, тебе знакомые эти симптомы, еще и в интернете всякие тролли и гномы так и норовят назвать обидным словом школота. Я понимаю твой подсчет, но не беда, это не навсегда. Не переживай, дружок, с каждым прожитым днем все ближе последний фанок. И если даже вдруг никто так и не даст на выпускном, все равно не парься, да тут как-нибудь потом. Поздравляю, ты прощайте школьные стены и сменная обувь. До свидания, тонкие тетрадки, пока дневники. До встречи, путающиеся под ногами сопляки. Прощай, отца директриса и биологичка дура. Экзамены даны позади абитура. Вот это нифига себе, ты теперь студент. Это тебе не школьник, это очень мощный бренд. На паре информатики улучши моменты. Напиши кому-нибудь в контакте обидный коммент. Тупая сковорода, смотри, как выглядит красиво. Добро пожаловать на темную сторону силы.